Серьезное ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург произошло накануне неподалеку от Первоуральска. Водитель легковой машины насмерть сбил пешехода. Известно, что авария произошла около 10 часов вечера. Водитель «Лады Грант» сбил пешехода. 42-летний мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте. На его одежде не было светоотражающих элементов. От полученных травм пешеход скончался на месте аварии. Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются. Инспекторы ГИБДД напоминают, что при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток и в условиях плохой видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со светоотражающими элементами. В противном случае может грозить штраф 500 рублей.